Всем привет, с вами Владик, сегодня со мной мистер Эпик. Сегодня мы будем играть в апрельские дорс, в апрельские двери. Это двери, можно сказать, полные пранков. И сейчас вы все увидите, потому что это полный трэш. Просто. Почему мне, кстати, сканер мой? Тьфу. И сейчас, знаете, что у вас будет? Сейчас. Только мистер Эпик, не спойлери. Сканер! Но его нельзя купить, походу. Да. А я так хотел. Честно. Но, ребят, в моей игре есть родолог сканер, так что вы можете его там испытать. Так, вот такой я стою, и вот такой мистер Эпик. Так, открываем дверку. И просто посмотрите, откуда мы выходим. И нам нельзя брать ключ. Это опасно. И посмотрите сейчас, что будет. Банановая кожура. Тихо. Тихо. Сейчас раш может быть. Смотрите. А если наступить на нее, что будет? Давай, ну, смотри, что будет. Ага. Смотри. Я думаю, сейчас тут крестик попадется. Мигает! Я в шкаф. Давай, иди. Сейчас. Я выжил. Я тоже. Он сложный, кстати. И там этот хайк. Какой-то быстрый. Это реально хардмод мы сейчас испытываем. У меня грид. Грид? Что? Я открыл ящики, и там была такая прозрачная, ну, типа, картинка грида. Да не, неужели же его добавили? Обратно. Я нашел ключ с первого раза. Я хочу грида увидеть, подожди. Он обратно. У меня никакого грида. Звук такой милый просто, ребят, зачет! Он у меня на всем экране уже. Что? Я умер от грида. Как? What was bro doing? Я не... ревайв вниз, если есть. Нет. Тебя убил грид. Ну, конечно, тут глаза просто рисуются на каждой двери. Раньше они были редкие. Не сильно, редко попадать. Это, конечно, реально грит, еще такой звук, блин, мемный. Дайте название этого звука, кто знает, в комментариях. Для монтажа треба. Надо. Так. 12-е, тихо. Что это за шняга? Ой, это такое, вы видели? 13-е, 14-е. Надеюсь, меня тут никакой Джефф не убьет. Нет. Ай! Не-не-не! Фух! Я поскользнулся на банане. Тебе рассказать, как быть более безопасным от этого. Джеффа? Джуба. Если что, он убивает с первого раза. Поэтому будь осторожен. Я на дюк почти никогда не попадаюсь. Ай, где ты? Где? В смысле? А. Я подумал, когда только проснулся, типа... Пошла, не надо спойлерить, подожди, не надо. А где, в смысле, эта комната? В смысле, я даже глаза не видел! О, нормально. Да опять темная комната, задолбали. А меня может банановая кожура убить? Она немного дамажена. На это. Как Снейр. Ну это вообще практически картина. Очень мало. Да опять темная комната. В хардмод дорс и то не так. Опять тут отвалился дюк.
Так, тихо. Единственная светлая комната была. 20-я, 21-я. Ура. А что тут, картина есть какая-то? Ну, если честно, грит это топово. Ну, то есть, вот так вот. Тихо. Тихо. Что это было? Вы заметили, как зажигалка тратится? Так, тихо. Да не-не. Тихо. На свой страх. Бегу. Бегу. Бегу, темные комнаты, все равно. Ай, понимаю. О, уже сик. Интересно, а если сик, у меня будет это раш? Да я смотрел. Ну, раш не смотри. Ну, сик почти ничего там нет. Спалери. Ну, не спалери. Нет. Я бы хотел, чтобы такое ставить, честно. Ну, кроме банановых кожурок. Вот, когда ты дойдешь до сика, говорю, только не засунься. Что? Выпей. Это полезно. Оно реально тебе говорю. Оно тебе дополнительные кокошки дает. Реально. Реально, офигеть! Скорее бы... О, Даня! Подожди, не спойлери, не надо тут... О, Даня, вот это все. Я сам все сделаю. А, понимаю, анимация сика топовая. Всегда мечтал. Увидели, он просто такой... А, понимаю. Так двери на сике не подсвечиваются, алло. Ага. Я слышу, он где-то едет! Блин! Я так хотел, чтобы меня не сожрал! The game... О, понятно. Тебя убил сик. Необычный какой-то сик. Давай еще раз сыграем. Да. Ну, надо, я так понял, меньше удать ящики. Такой говорит. А у меня вопрос. Что будет на Джей? Ну, на вот этом продавце. Мне кажется, он сканер будет продавать, но он его не продаст. Такой типа. Нет, это мой крест. Сканер, алло. Какой крест? Так, я покупаю... Давай ты покупаешь от почки, я... потому что уже... Я просто уже почти все свои деньги. Ты купил от почки? Да. Так, там ничего нету. О, горит. Что если поставить картину? Ничего. Так, я сразу смотрю. Свечка. Она реально какая-то уже часто попадается. Да. Что, можно я заберу золото? Офигеть. Роллфейс. Ну, я сначала думал, то, что это типа как Крикрафта тролли. Тебя тролль... Опа-на, это не... Это да. Ай! Понятно. Я в шкаф.
Блин, такой грит реально такой. Но это когда много. О! Блин, почти! Тут такая, типа, ящик. Как я. О, нет! Чух! Хотя бы на завтра еще оставят. Да не оставят. Мне кажется, отдельный плейс могут сделать, типа Дорс это. Или лифт хотя бы один пусть отставят. На одного, не знаю, хотя бы. Ну да. Ну реально прикольно. Если что, я пробовала купить сканер, он не получается, все равно не детектит. Конечно, это же 1 апреля. А я сначала подумала, то, что этот плейс типа взломали как-то. И надпись была, ну, видел такая. Ты купил отмычки? У меня нету отмычки. Красава, просто поздравляю, мы заруинили катку, а я витаминки купил, посетие. И что тут можно такого сделать? Ну, я не знаю, Чили как-то подбирал, но я не знаю. Стой, не подбирай. Я хочу что быть с этим багом? Подожди, стой, не делай, подожди. Так его, походу, пофиксили. Я не понимаю, как... Вот я с каким-то челиком играл, он подобрал ключ, понял? Как-то взял, типа, и подобрал. А может надо с отмычками подбирать, я не знаю. О, не пофиксили. Я прошел уже. О, там я знаю, что сейчас будет. Меня клич убьет полностью. Не знаю, сейчас я ничего не. Я тебе не буду ничего делать. Что было? Ты взял вот так вот обычно, представляешь? Это конечно да. А ну-ка, блин, грит не сработал. Это что было? Страшная какая-то штука, глаза. Так, я хочу грида увидеть такой. Ну от него, если много раз, то... Я думаю, уже покажу его с откнусь. Так, я в подвал. Я тоже. Мы идем далеко. А если на банановой кожуре попробовать подскользнуться, когда у тебя лоу хп? А ну-ка, а у тебя сколько хп? Ну много. Подскользнись на ней. Значит, ты не смелый. Как знал? Ай, а сейчас подскользнулся. Смотри, сейчас меня грит выскочит. Зинка! Дополнительного ХП! Она не пьется! Класс! А не, пьется. Нифига она мне ХП дала. Ключ на столе. На стульчике, прикинь. А я не знал. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, подожди. Там какие-то рандомные картинки просто бегают. Там вроде был какой-то типа раш странный.
Та самая. Мне как показалось. Да не. Ой. Давай, брат. Там какое-то еще странное чудовище. Так, 17-я. А, понимаю. Так там нельзя открыть. О, я понял. 18. Я хочу Грида увидеть такой. О, опять это дополнительное ХП! А ну-ка, тихо. Это Рипер? Я думал, это Рипер уже. Это тот, ну, как? Ну, кто это? Рибаунд? А, нет. Собрал тут уже. Вот это мы, конечно, уже далеко прошли. Давай, собирай. О. 22-я должна быть. Да, это она. А где Грид? Где Грид? Ну блин, я хочу Гридика увидеть такое. Подожди, а может замутиться? Я сейчас этот звук хочу это записать. Окей. А, сейчас, подожди. Сейчас тут. Топовый звук. Ай! А ты открыл? Да. Ё-моё. Ты от глаз умер? Ну, сначала скрыть что-то, а потом глаза. Я как-то типа... Тихо, подожди. Энкаунт Рипер. 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 О, отмычка одна. И сейчас такой Грид. Где? Так. Блин, почти. У меня, короче, когда ты тумбочку открываешь, он с каждым разом типа виднее и виднее. Ага. Так. Опа. Так, Сик сейчас на машине поедет. Да, конечно, Гридик. Это типа жадность. Грид переводится. Ё-моё. Так, сейчас. Оп, давай, Грид, ну пожалуйста. Когда пустые ящики вытаешь, он не появляется. Ну, конечно, Сик, давай. Зажигай. Оп. Да, конечно. Так, тут надо не спешить. Что? Дань, не активируй. Это бомба. Блин. Сик! У меня маленький крестик. Ой. О, ё-моё. Так. Это как он? А почему первый Сик как второй? Я не понимаю. Ага. Блин, я хочу эту бомбу активировать.
Ну, не знаю, если ты хочешь рискнуть и скопнуть, то давай. Так, гридик, аккуратно. Я тут ничего, нормально мне еще. Так, мне тут... Стою на месте! Грит прям такой, типа, куда воруешь, мальчик? О, я прям вообще в тайминг. А я смотрю, бомба какая-то на сети, думаю, ну соберу, не соберу. Такси. Так, грида нету, это хорошо. Ну блин, ну реально, грид не нравится, пусть его не убирают, вообще топово. Смотри. Сейчас. Ну блин, где? Ну блин, я хочу его посмотреть опять. Опа-на, это нехорошо. Так, опять глаза. Так, купец. Пс. Ой. 45-е, так, картины. А интересно, грид на картинах может быть? Не знаю. Мне кажется, нет, но это ж типа задание. Но он реально мемный такой, честно. Обожаю. Да блин, где он? Давай. Такой типа, ну че ты воруешь? Не понял. Ну я так хочу эту бомбу активировать, блин, ладно. Ну. Ну блин. Ну, я вроде ее активировал. И тебя убивал. Она не. Не. Мне... Что? Что она не полную хп наносила. Не все сносила. Ну что, мы будем заканчивать, потому что у меня уже нервы не выдерживают. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.